Всем привет, с вами снова Макс Сович, и мы продолжаем проходить игрушку под названием «Земля мертвых». И вот теперь, вот только теперь мы наконец-то уже добрались до самого госпиталя. Ну что, будем потихоньку обследовать. Так, с чего бы начать-то, блин? Начнем, как обычно, с главного, с разрабатывания мышки. Так, ну и лопату, естественно. Здрасте. Я знаю, ты встанешь. Блин, интересно, можно было бы их грохать до того, как они встают? Мне кажется, он не поможет. Только зря патроны потратим. Опаньки, подъем с переворотом. Для начала, я думаю, стоит сюда зайти посмотреть. Ага. Понятно. Откроем. Че тут у нас пишут? У вас что? А, ну понятно, понятно, понятно. Охренеть. Что-то там топчется кто-то. О, здорово, мужик. Слушай, а вот это уже больно. Почему он в такой же одежде, как и доктора? Может быть, это... Странно. Может, я что-то не знаю. Это же все-таки иностранный госпиталь. Что-то какие-то странные звуки. Я не знаю, подозрительные. Что-то ничего хорошего не предвещает. О, блин. Ух, иди. А чё такой звук, как будто кто-то что-то катит, да? Тележку, как будто кто-то катает. Ну нахер, я с этими ползунами связываться даже не хочу. Блин. Не, вы слышали? Это от него такой звук был? Что за хрень? Не может быть такого. Это что-то ненормально. Со звуками, походу, что-то перепутали, что ли. Так, это что? Здравствуйте. Я вас не побеспокоил? Вообще тишина. Ну да, вспомни говно, вот оно. Блин. Ну что ж ты так, блин? И толку здесь никакого нет, ну блин. Хоть бы что-нибудь положили, что ли, ребята. Чё ж так у вас тут тихо и мертво? О. Блин. Ё-моё. Ползуны хреновы. Так, вот я не знаю, куда. Сюда или... Ну, пока что сюда, наверное. Блин, это как так, смотрите... Нелогично, короче. Да, вот это вот хреновина прям напротив двери. И тут же тумбочка. Чё за бред, короче? Чё-то перепутали, короче, дизайнеры уровня. Открываешь, и там сразу это... Чувак лежит, отдыхает. О, я вспомнил... Чё за хрень? Ты говнюк, блин, почему дверь, что с дверью-то? Скотина. Косая скотина. Смотрите, все это как ловушка была. Пока я тут провозился.
куда-то мы все-таки потихонечку дошли. Блин. Я думал, это труп. Давайте-ка я вот так вот пока постреляю. Да, все-таки вот на более позднем этапе какая-то уж хреновая винтовочка. Если честно, как честно, в задницу. О! Это как это так? Задница у них самое больное место. Слушайте, может реально проверить? О! Не, ну это прям красиво. Красиво так. Хоп! Чё-то какой-то прикол на приколе. Так, я уже вижу патроны издалека. И я знаю, что не все мои. О, кто-то в пасьянс. Паук, по-моему, назывался он этот, называется. Вроде бы паук или солитер. Короче, хер узнать, не знаю. Так, а это что такое? Я уже думал, коктейль Молотова, обрадовался. Так. Ага. Бля. Чё делать-то, бля? Ладно, пока с этого буду. Чё-то их клинит прям по-жёсткому. Бабуля, если тебе взад выстрелю, ты сдохнешь, нет? Вот это сдох тогда. Бля, тихо. Я не пойму все-таки, почему у них звук, как будто они тележку за собой катают. Что-то здесь, наверное, не продумали. Ну что, товарищ, как вид? Прикольно, да, все-таки вот так вот, если был бы реально больницей, такие потолки, блин. Ну-ка, дайте я сюда загляну. Блин, ведь никто ничего не спрятал. Вот я бы туда в угол обязательно положил что-нибудь. Там, кстати, классно получается место. В углу прям. Смотри, у нас 34 патрона накопилось. О, блин. Что ж ты так пугаешь-то, блин, засранец? Я вообще как раз туда хотел завернуть, посмотреть. Думаю, может там что-нибудь лежит. На тебя лопатой по жопе. За это. Прям это. Щедро достаточно. Ну там все по 5 патронов, что ли, примерно дается, да? Где-то что-то. Ну, мало, короче, очень. Вот. Вот оно что. Топор. Топор. Вот это вот уже тема должна быть. По-любому, ребята. Так, я проверял, да? Проверял здесь. Вот это сейчас говнюк станет. Во. Это уже прикольно отрывает. Во, хоть фейс на него посмотрим. Точно прикопченный. Блин. Почему голову он так не отрывает, а? О! Прикольно. Радио, кстати, надо будет сейчас послушать. Ух ты, блин. Блин, ну прикольно, ребят, мне нравится. Во, военные, ребят, вот у них, блин, по-любому должно что-то быть.
По логике там как раз бы, блин, патрончиков с них. Вот это уже интереснее, ребята. Топор прям вещь. Блин, охренительно. Все, топор оставляем. Я не знаю, будет ли что-то круче топора, но топор пока мне очень нравится. Это был Джо Грант с рассказом о том, как изготовить доспехи из подручных материалов. Спасибо, Джо. Я займусь своей броней вечером. А сейчас мы хотели бы напомнить нашим слушателям, что в западных районах города по-прежнему бушуют пожары. Просим по возможности избегать этих районов. К другим новостям. Мы постоянно получаем сообщения от мистера Кауфмана о городе живых. Сегодня днем мы взяли интервью у мистера Кауфмана, и он подтвердил, что защитный периметр города завершен и эффективен на 100%. В данный момент все усилия направлены на зачистку оставшихся очагов действий зомби. Готовятся транспортные средства для перевозки граждан в это безопасное место. Как всегда, мы будем держать вас в курсе событий. Вот так вот. Про бронежилет из того, что под рукой, это, конечно, интересно было послушать. Блин. Стоят. Притаился, бля. Блин, смотрите, это даже с левой кнопки с трех ударов мочит. А с, ну, с правой, конечно, что-то ни хрена. Только откидывает, отрывает конечности, но не убивает. Раз. Давась. Бля, прикольно. Можно их кромсать, как только хочется. Вот откромсать все, что есть. Руки, ноги. Чтобы открыть дверь, используйте карточку. Вот это доктор, да, у нас? Так. Ну, тут, естественно, все закрыто. Доктор приехал сюда несколько дней назад, чтобы пополнить свои запасы. Все, кто сопровождал его, были убиты ожившими мертвецами. Как только началась бойня, он заперся в этой комнате. Здесь было безопасно, но открывать дверь изнутри он не мог. Доктор объяснил мне, что в подвале есть электрический выключатель, который разблокирует замок двери. Но чтобы попасть туда, мне нужна была карточка, открывающая двери. Он рассказал мне, как пройти в офисы, где я могу ее найти. Вот так вот. Помогите доктору добраться из запертой комнаты. Найдите карточку доступа. Что, давайте попробуем. Так, нам нас сюда не пустят, да? Не пустят. Вот она, карточка доступа. Как раз сюда требуется. Ну, пошлите, посмотрим. Не, нифига. Пока они не встанут, нельзя им ничего отрубать. А, зря, конечно, что так не сделали. Было бы забавно. Вот теперь и попробуй догони. Надо еще вторую культяпку отрубить. Блин, весело. Прямо это, киллинг флор какой-то натуральный. Так, так, давайте обыщем. Ну-ка, здесь. Ни хрена. Да, я что-то забыл совсем. Обыскивать же можно ведь. Блин, что-то мы прям открылось. О! Вообще, кстати. Нам еще одну лечилочку, и будет вообще идеально. Прям как будто знали, что я сейчас скажу это. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь пишут? Brain Box Games. Не знаю, если честно, что это такое. Может быть, это какая-то реклама портала. Блин, да откуда ты взялся, говнюк?
Короче, я зашел, видимо, до того, как он здесь заспаунился, что ли, я что-то не понял. Тут реально взяться неоткуда. Или я что-то не понял, короче, ладно. Да, странности какие-то иногда здесь происходят. А вот и карточка, собственно. Ох ты, ребята. Куда? Ну куда ты поехал? Блин, там опять кто-то тележку катит. Ну давай уже бери, блин, без прицела плохо брать. Да ёперный бобёр. Нет, ёперный театр. Он не берет. У нас что, полный у нас, наверное, полный боекомплект. Сейчас проверим, кстати. Давайте попробуем взять. Один патрон выстрелил. Да закройся ты нахрен. Да, точно, 36 патронов максимум. Ну все, валим, короче, открываем ту дверь. Или что там нужно, короче. Доктор сидит себе там. Без палева. Так, найдите в подвале выключатель автоматической системы. Ну, сейчас посмотрим. Где там подвал ваш? Я уже прям как знаю, короче, бегу. Вот так вот. Так, ну что тогда, давайте на этом закончим. Всем удачи, всем пока и до новых выпусков.